Всем привет! Я сейчас на стенде компании Dongcheng. Привлекла меня здесь вот такая газонокосилка. Что интересно, у нее здесь 4 аккумулятора сразу. Работает она, скорее всего, на 40 вольт. И вот здесь переключаются режимы. Одна пара аккумуляторов села, переключили, продолжили работу. Естественно, высота гашения одной рукой регулируется. И вот здесь есть какие-то регулировки. А ну скорость и включили-выключили. Здесь есть даже вон фары светодиодные. И вот они включаются. Подсветка авто. Включено-выключено. Просто офигеть. Далее, что интересно здесь. Как у Makita рюкзак на 4 аккумулятора. Переключается 20 вольт, либо 40 вольт. И, естественно, меняется на 20 вольт. Скорее всего, будет с одной, вот таким блоком вместо аккумулятора. Ну, естественно, 40 вольт это 2 блока. Интересно. Есть воздуходувка электрическая и аккумуляторная. Пылесосик вот такой, как у Bosch. Маленький. Мойки аккумуляторные. Пистолет клеевой, небольшая цепная пила, шуруповерты, есть вот такой компрессор. Это уже аккумуляторный, съемный аккумулятор. Вот здесь у нас из садовки вставлена 40-вольтовая цепная пила, бесщеточный мотор. Ну, сейчас все начали копировать, как вы знаете, кого. Причем копируют именно Makita. Ни Milko, ни DeWalt. Копируют Makita. И вот многофункциональный, как это, комби-мотор, в который можно вставлять пилу, цепной пусторез и триммер. Также там есть сабельные пилы, ножницы, точнее не ножницы, а секатор, гайковерты, шуруповерты, перфоратора 2 штуки, мультитул и дисковая пила, нивелиры и дальномер. Так, если у компании Dongcheng синий инструмент был это как профессиональный, то есть серия DCA, это для DIY, хотя также представлены почти, ну, компрессор тот же, я так думаю, он ничем не отличается, возможно. То есть есть вот такая небольшая линеечка. Также есть вот, пожалуйста, двухпортовые зарядные устройства, 4 ампера на порт. Еще у Dongcheng есть бренд DCK, это как бы силовая техника, которая требует больших мощностей, как бы промышленная, можно так сказать.
кстати, аккумуляторы от всех брендов подходят одни и те же. То есть вы можете с зеленой линейки поставить в красную и в синюю. И все будет работать одинаково. Здесь вот сетевая техника. Понятно.